Друзья, всем привет! С вами Павел. В сегодняшнем видео я нахожусь в небольшом городке Погожеле. Это центр этого городка. И хочу пройтись, показать вам дом, который продается в этом городке. Кому интересно, поддержите меня лайком. Всем приятного просмотра. Сейчас по этой улице пройдусь, и там слева меня домик продается. С левой стороны. Включил, пройдусь, сниму вам, покажу улицу. И дом обойду, вокруг дома покажу этот дом. Это такой небольшой городочек. Население здесь 2000. Вот. Находится он в Великопольском воеводстве. Недалеко от города Гастынь и Кратошин. И позвонил узнать за домик. Продается дом под ремонт. Точнее, там два домика продается под ремонт, под капитальный ремонт. Вот. Площадь участка там, как в агентство заявило, 10 соток. 10 соток площадь. Вот. Имеется вода, газ, свет. Но все нужно делать. Улица Рынок пишет на доме. Там, если пройтись по этой улице, то там дальше рынок, как центр города идет. Супермаркеты видно было. Ну, иду вам покажу, обойду этот дом под ремонт. Цена данного дома 40 тысяч долларов составляет под капитальный ремонт. Жить там никак нельзя. Все нужно делать. Вот этот дом впереди меня идет, с левой стороны, так как я вам и говорил. Вот такой вот дом. Баннер висит, что продается. Вот этот дом и рядом маленький, вот это два окна здания, помещение. Вот как видите, вот такая вот недвижимость продается здесь. Вот это желтое здание. Номер телефона. И территория. Здесь-то как этот, как парк такой, скамеечки стоят. Звонил в агентство, заходить не буду, показывать вам это. Вот здесь все заросло, короче, я считаю, не знаю. Все нужно делать. И вот это гараж еще идет. И как мне сказали, еще две хозпостройки. Как видите, все заросло. Здесь все заросло травой, бурьяном полностью. В общем, как бы заради участка только. Я бы сказал бы так бы.
что заради участка и все. Ну, ничего здесь нет. Заради участка свет, вода. Вот и все. В середину я и не стал заходить. Вот. Поскольку там все заросло. Еще пройду с улицы, немного сниму вам улицу. Вот этот дом. Видите? Такой домик. $40 000. Ну, тут такие дома, вот как справа меня, я смотрел объявление, то я не знаю. Вот так, такой будет $1100 стоит, где-то 70-80, вот так вот. Вот в таких пределах. Ну, все зависит от участка, конечно, площадь участка, там 10 соток. Земля дорогая здесь, потому такая цена. Если там участок будет маленький, например, 2 сотки, 3, то ну, за 50 тысяч... можно найти дом жилой, хорошее состояние. Вот. Но за там 20 тысяч, то ну, нереально найти домик для жизни. Хиба что в какой-то глубинке. А это, ну, как бы, это недвижимость, то продается недалеко от центра, потому и цена такая. Друзья, кому было интересно видео, поддержите меня лайком. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.